Студия спортивного танца «Диана» отметила 20-летний юбилей. На праздничный концерт в Афипском доме культуры собрались все. Воспитанники от мала до велика, родители, почетные гости и, конечно же, сами тренеры. За годы своей работы коллектив под руководством Дианы Гороховой стал настоящей гордостью Северского района. Этот титул подтверждает колоссальное количество наград разных уровней, высокий профессионализм тренерского штата и любовь зрителей. С днем рождения студию поздравил глава Северского района Андрей Дорошевский. Ну, сколько раз наблюдаю, действительно, одна большая семья. Вы сплочены, вы заточены, как говорится, на одну цель, на один результат. Все вместе, дети, родители и тренера. Поэтому я хотел бы еще пожелать вашей огромной большой семье мира, добра, процветания, чтобы все было стабильность у вас и уверенность в завтрашнем дне. Ну и какой праздник без подарков? На день рождения с пустыми руками не ходят. Мы приготовили подарок, значит, решили в следующем году, заложили в бюджет средства на аренду помещений, чтобы, ну, было вам чуть-чуть полегче. Мы будем арендовать помещение от администрации для вашего клуба. В этот день прозвучало много поздравлений и пожеланий процветания, новых успехов и достижений. И с каким вдохновением дети выступают на сцене, стало понятно, что это их жизнь, и что финишной планки у них нет. Это планка, которая будет до бесконечности подниматься вверх. Дай Бог процветания вашему коллективу, и дай Бог деткам вот здоровья и достижения поставленных целей. Юбилей отметили с подобающим размахом. Песни, красочные костюмы и, конечно же, танцы. Все выступления зрители встречали бурными овациями. Воспитанники студии, сейчас их 135 человек, талантливые и целеустремленные ребята. Благодаря самоотверженному труду Дианы Гороховой, Николая Клинченкова, Вероники Короченко, акробаты покоряют спортивные вершины, пополняя копилку медалей района. Только за год ребята из студии Дианы завоевали более 17 килограмм медалей. Коллектив «Дианы» – это одна большая семья, где вместе проживают все трудности и радостные события, учатся дружбе, ответственности, стойкости и взаимопомощи. Для детей Диана Равкатовна стала настоящей второй мамой. Она умеет найти подход к каждому ребенку и знает, как сделать этот мир добрей. Я